Тишина в коридорах, полупустые кабинеты, сотрудники информационного агентства «Импульс Севера» тоже частично перешли в режим удаленной работы. Ну, конечно, информационная служба работает, мы готовим для вас новости, но если вдруг сегодня вы тоже оказались не в своем офисе, а, скажем, на диване с ноутбуком, тогда этот материал для вас. Как показывает практика, люди делятся на два типа. Те, кому удаленный режим работы подходит, и те, кому она очень не нравится. К примеру, наша коллега, куратор детских проектов на «Импульсе», попала в число тех 50%, которым посчастливилось остаться дома. Вот только посчастливилось ли? Вопрос спорный, ведь сейчас ее рабочее место выглядит так. Смех и грех, если честно. Не знаю, с одной стороны, как-то есть удобные моменты, да, можно не одеваться в офисную одежду, у меня неиссякаемый источник кофе рядом, вот. Но с другой стороны, сосредоточиться на работе вот так вот прям полноценно на 100% не получается, потому что дома еще двое детей, у одной учеба на дистанционке, другой просто крушит квартиру. Итак, пожалуй, проходит день каждого, у кого есть маленькие дети. Ведь группы в детских садах тоже временно закрыли, оставив только дежурные. А учебу школьников до 8 класса перевели на онлайн-площадки. Однако, в отличие от взрослых, дети остаться дома всегда рады. 3 урока в день – это рай для школьника. А когда наступает перемена, они просто орут, включают все микрофоны, камеры выключают, это начинают прикалываться, то включают, и тем временем говорят вот через микрофон, который то включается, то выключается. И всех все зависает. А еще когда у нас одноклассницу Алису просят там рассказать что-то или решить пример, то у нас включается на компьютерах Яндекс Алиса, и в итоге она решает этот пример. Но то, что для школьника радость, для родителя дополнительная возможность проверить свою нервную систему на прочность. Правда, психологи и психиатры в один голос призывают без паники. Нужно найти плюсы. Какие мы можем найти плюсы, собственно, в удаленке и постараться их записать. Ну, то есть это любые плюсы. Экономия денег на поездки в автобусе, допустим, меньше что-то еще нужно носить, какие-то тратить деньги на обеды или бизнес-ланч. Ну, то есть вот различные плюсы все записать и постараться им порадоваться. Важно относиться с первого дня к работе на удаленке, как именно к работе. Для этого нужно четко обозначить свои границы своим домашним, своим близким, но сделать это уважительно, так сказать, поясняя и обозначая, что это работа. Для того, чтобы создать себе рабочее настроение, нужно не просто оборудовать так называемый домашний офис, но и одеться так, словно вы действительно собираетесь отправиться в офис на работу. Например, надеть пиджак и приступить к выполнению заданий. А чтобы работоспособность не снизилась, специалисты предлагают в течение всего дня устраивать себе так называемые островки радости, когда в перерыве вы не просто не делаете работу, а целенаправленно совершаете для себя приятные действия. Пьете кофе или чай, слушаете любимую музыку, смотря в окно. А вот читать книгу или тратить время на пролистывание лент в социальных сетях не рекомендуется. Дайте глазам отдохнуть, а затем можно вернуться к работе. Плюс то, что не нужно идти на работу. Хотя мне идти-то и недалеко, всего 7 минут. А какой еще плюс? Ну, можно сразу обед приготовить, тоже не надо приходить с работы, сразу готовишь обед. Потом, когда нет работы, а такое у нас редко, но иногда все-таки бывает, можно полежать, позаниматься своими делами. Минусы – это сидеть дома, просто в силу своего характера не люблю сидеть дома. И второй главный минус – это моя собака, которая кусает меня за ноги, пока я работаю. Но с этим можно тоже смириться. Надеюсь, 2 недели пролетят незаметно и продуктивно. Наш SMM-специалист Михаил Гончаров подобрал очень правильное слово – смириться. И это только на первый взгляд звучит грустно. Но если вас отвлекают ваши маленькие дети или любимый питомец, помните, они требуют внимания, потому что, во-первых, не понимают, что работа – это важно, а во-вторых, потому что любят вас. А значит, можно и потерпеть, ведь любая удаленка рано или поздно закончится. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».